Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая игра от разработчика игры Gorbox на Android. Если честно, я немного недопонял разработчика, об этом я чуть попозже вам все расскажу, что я думаю, когда буду банихопить. Сперва разберемся, что тут вообще происходит в этой новой игре от Феликса. Так, сюда прыгаем, чтобы начать банихопить. Здесь, типа, это я, можно, типа, ну, как бы это, да... наводить суету. Какая нафиг суета? Короче, типа, кастомизировать нашего персонажа у этого старика. Вот. А пока что только эмоции лица. Но также в скором времени появятся вещи, различные предметы и тому подобные. Так, а это банкомат. Ноль кредитов у меня. Хорошо. Это настройки. Это боксы. Давайте прыгнем сюда. Так, прыгаем сюда. Вот, прыгнули. И что-то ничего не произошло, да? Короче, пошли нафиг отсюда. А этот маленький островок, это получается настройки. Прыгаем, выбираем настройку. У меня вроде как бы хорошая настройка, поэтому прыгаем теперь сюда. Сразу говорю, что игра трепает нервы ужасно, потому что если ты прыгаешь, ты постоянно куда-то улетаешь, потому что наш персонаж не вовремя останавливается. Это очень сложно. Я вот вчера играл где-то 5 минут и сразу вышел, потому что я не мог. Сдержаться, я хотел материться, я хотел драться, я хотел что-то делать, то, чтобы вообще не играть в эту игру никогда. Возможно, разработчик так и запланировал. Необычный банихоп, а очень сложный банихоп, как он любит это делать. И вот, типа, проверьте свой скилл, дойдите до конца, если ты, короче, хороший игрок, то дойдешь, если ты не умеешь играть, ты не дойдешь, все в этом роде. А вначале я сказал, почему я недопонял разработчика. Сейчас у него, по сути, два незаконченных проекта. Это Gorbox и хоррор-игра Табунг на Android и ПК. И тут он вообще берет и делает новую игру. Зачем, ё-моё? Ты столько обещал для Gorbox, нужно как бы сделать все то, что ты обещал, потому что игроки ждут тот же самый мультиплеер и тому подобное, да? Табунка ждут многие... Вот как в это играть, а? Табунг он вообще еще на Android не выпустил, только на ПК. И вот новая игрушка, ребята, банихоп. Но он в Дискорде вот вчера написал, что типа он много времени не будет тратить на эту игру. Так, чисто пообновляет, добавит все, что нужно, ну, чтобы игралось, да, как бы нормально. И как бы забросит этот проект. И возвратиться к Гурбоксу и к Табунгу. Так что, я не знаю. Возможно, когда мы с вами вдруг станем разработчиками, то сразу поймем его, да, типа, перескакиваем с одного проекта на другой. Я думаю, дело в том, что, типа, эти проекты наскучивают, и хочется что-то новое сделать. И вот он делает, банихопчик. Так, у меня пока что... Ой, я вообще не понимаю, как в это играть, а? Как прыгать-то нормально? Я видел, там кто-то уже до конца допрыгивал. Сейчас, ребята, все, я собрался, все, спокойно, давайте. Меньше слов, больше дел, да? Так будет лучше. Посмотрим, до скольки я смогу дойти. Вы можете даже с друзьями соревноваться. Допустим, вот идет время, да? И очки есть. Вы должны за какое-то определенное время дойти до какой-то точки и посмотреть, кто первее. Так, ой-ой-ой, вот видите? Вот видите, куда я прыгаю? Когда бы нафиг, чтобы... Все, ребята, жизнь сгорела, и все нужно делать заново. Вот смотрите, я бегу быстро. Вот так вот, здесь хочу остановиться, а вот ВК нормально. Опа, вот это мега хардкор. В общем, это все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.